2012 год, 17 января. В Уральске установлены мемориальные доски на доме, где жил, и здании, где работал известный казахский поэт Касым Аманжолов. Право открыть мемориальную доску памяти Касыма Аманжолова на доме номер 69 по улице Карева было предоставлено известной поэтессе Акуштап Бактыгиреевой и краеведу Жайсану Акбаю. В Уральске Касым Аманжолов провел 6 лет. Здесь он состоялся как поэт. Наш город стал для него второй родиной. Лирика замечательного поэта не теряет актуальности и по сей день. Он любил наш Чаган, он любил наш город. У него очень много стихов. Он дружил с поэтом Абдулла Жумагалиевым. Он с ним воевал вместе во время войны. Период молодости провел у нас в Уральске. Работал здесь в редакции. Он оставил большой след в нашем городе. Такое же торжественное событие прошло у дома номер 14 по улице Гумара Караша, где раньше находилась редакция областной газеты «Екпанды Курылыс». Здесь с 1932 по 1936 годы вместе с Касымом Аманжоловым работал наш земляк, известный поэт Абдулла Жумагалиев. Мемориальную доску памяти Жумагалиева открыли поэт Кайрат Жумагалиев и профессор Западно-Казахстанского государственного университета имени Махамбета Утемисова Серикали Шарабасов. Абдулла Жумагалиев геройски погиб во время Великой Отечественной войны. Известно, что его подвигу была посвящена поэма Касыма Аманжолова. 20 января. На собрании актива области руководитель администрации президента Республики Казахстан Аслан Мусин представил назначенного указом главы государства нового акима региона Нурлана Ногаева. Назначить Ногаева Нурлана Аскаровича акимом Западно-Казахстанской области, говорится в указе, подписанном президентом Республики Казахстан. В этот же день, 20 января 2012 года, состоялось первое заседание областного маслихата 5-го созыва. 24 января Нурлан Ногаев представил областному активу своих двух новых заместителей. А также нового акима города Уральска. Первым заместителем акима области стал работавший до этого заместителем акима области Гумар Дюсембаев. Заместителем акима области назначен Серик Шапкенов. Акимом города Уральска назначен экс-аким Бурлинского района Булат Шакимов. Добрый вечер! Вы смотрите программу «Достояние республики. Современной ставшей историей». Сегодня год 2012. 31 января. Убедительной победой казахстанских борцов в Уральске завершился этап Кубка мира по самбо и боевому самбо среди мужчин и женщин на призы президента Казахстана. Два дня на трех коврах Ледового дворца спорта продолжались упорные поединки. Более 200 спортсменов из 17 стран мира приняли участие в этом соревновании. В спортивном состязании приняли участие борцы из 17 стран мира. Особенность соревнований 2012 года – включение в программу боевого самбо. 31 января. По поручению президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в связи с проектированием и строительством газоперерабатывающего завода на Карачаганакском месторождении, озвученному им в недавнем послании народу Казахстана, в Западно-Казахстанскую область прибыли президент Казахского института нефти и газа Узакбай Карабалин и генеральный директор ТО дирекции строящихся предприятий «Казмунайгаз» Нурлан Балгимбаев. Вместе с акимом области Нурланом Ногаевым они посетили два крупнейших в регионе промышленных предприятия – группу компаний «Гидромаш Орион» и завод акционерного общества «Уральск-Агроремаш». Как рассказал Нурлан Балгимбаев, будущий завод мощностью 5 миллиардов кубических метров в год будет ориентирован на сырой газ Карачаганакского месторождения. Реализация проекта обеспечит потребности в природном газе внутри страны. Строительство завода продиктовано несколькими такими потребностями самого Казахстана. После строительства завода мы можем обеспечить внутреннее потребление Казахстана. Из 14 областей у нас 9 областей газифицировано, а остальные 5 не газифицированы. Это в основном центральные области. После строительства этого завода, газопровода БНЭУ, базой БНЭУ, Денеубаза, вернее, то мы можем подключиться и Туркменистан, газопровод Туркменистан и Китай, и также обеспечить газом Южный Казахстан, включая Алмату,
И также центральный Казахстан. Это через Кызылорду, Джизгазган, Караганда, Астана. И второй вариант через Кустанай, через север. Поэтому вот это обеспечение газом. И второе – это применение этого же газа в химии. Вторая часть данного проекта – это применение полученного газа в производстве удобрений, выпуске пластмассы и так далее. При строительстве завода будет задействовано порядка 4,5-5 тысяч рабочих. В дальнейшем на заводе останутся работать приблизительно 600-700 человек. В ходе визита в городе Аксай состоялись общественные слушания по поводу предстоящего строительства газоперерабатывающего завода в нашей области. 9 февраля. По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан и распоряжением акима области Нурлана Ногаева, заместителем акима области назначен Алтай Сейдирович Кульгинов, ранее работавший государственным инспектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента Республики Казахстан. Руководитель региона представил своего нового заместителя активу области. «27 марта. 15-летие со дня образования известной в области нефтяной компании ТО «Жаик Мунай» было торжественно отмечено в Уральске. С этой памятной датой коллектив поздравил первый заместитель акима области Гумар Дюсембаев. К этому дню компания подошла с большими успехами. Был реализован крупный стратегически важный проект. На Чинаревском месторождении построена и введена в эксплуатацию установка комплексной подготовки газа. В 2012 году завод практически вышел на проектную мощность. Здесь в сутки добывается более 3 миллионов кубов сухого газа, более 550 кубометров сжиженного углеводородного газа и более 1500 кубометров конденсата. 19 апреля. В Уральске впервые прошли кадыровские чтения, приуроченные ко Всемирному дню книги. Студенты, учащиеся колледжей, демонстрировали свои знания по творчеству выдающегося казахского поэта Кадыра Мырзали, состязались в умении художественного чтения и анализа его произведений. Организатором мероприятия областной универсальной библиотеки имени Жибана Молдагалиева поставлена задача сделать кадыровские чтения традиционными, с каждым разом повышая их уровень. 25 апреля. В Уральске состоялся спуск на воду ракетно-артиллерийского корабля «Казахстан», изготовленного заводом «Зенит» по заказу Министерства обороны страны. В торжественном мероприятии приняли участие аким области Нурлан Ногаев, заместитель министра обороны Республики Казахстан Сергей Громов, представители военно-морских сил, ветераны и члены экипажа корабля. 12 мая 2012 года очередной по счету 4-й корабль проекта «Барс» был собран на уральском заводе «Зенит» для пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Нынешнее судно стало 18-м по счету выпущенным заводом «Зенит». Корабль «Барс» водоизмещением 240 тонн способен развивать скорость до 30 узлов. Его главной боевой задачей является охрана государственных морских границ, пресечение незаконного судоходства и лова рыбы, контрабанды, пиратства. 11-12 мая. С двухдневным рабочим визитом в Западно-Казахстанской области находился президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. В первый день пребывания в области глава государства посетил завод по производству растительного масла акционерного общества «Батыс Кунбагыс» и акционерное общество «Западно-Казахстанская машиностроительная компания». Завод по производству растительного масла был открыт в конце 2009 года с привлечением средств АО «Казагрофинанс» – бюджетных и собственных средств. Проект реализуется в рамках выполнения поручений по диверсификации и увеличению посевных площадей масличных культур. Завод выпускает несколько видов масла, в том числе рафинированное и нерафинированное подсолнечное, а с недавних пор и горчичное. Еще об одном способе поддержки сельских предпринимателей рассказал Нурсултану Назарбаеву руководитель СПК «Урал» Руслан Сапаргалиев. Он отметил, что маслозавод является ярким примером государственно-частного партнерства. Вторым объектом посещения президента стала Западно-Казахстанская машиностроительная компания. Здесь работают 890 человек, и это предприятие является одним из ведущих в Казахстане по разработке и производству высокотехнологичного нефтегазового и нефтепромыслового оборудования.
В 2010 году в рамках карты индустриализации реализован проект по производству газоперекачивающих агрегатов газотурбинных электростанций. На базе предприятия создан сервисный центр по ремонту газотурбинных установок. По обслуживанию и ремонту систем автоматики и управления на основе лицензионной технологии компании General Electric. Глава государства ознакомился с технологической линией производства боеприпасов. Руководитель предприятия Алибей Ахмеджанов представил президенту страны проект по производству перфозарядов по созданию универсальной испытательной станции для наземных газотурбинных установок и авиационных двигателей, а также по ремонту авиационных двигателей самолетов Су-27. На базе предприятия создан учебный центр «Энергетик», действует физико-математическая школа, выделяются гранты на обучение в Харьковском авиационном институте. Работники ЗКМК проходят также обучение в центре газотурбостроения «Салют» в Москве и образовательном центре General Electric в Италии. Второй день рабочего визита главы государства в область начался с посещения акционерного общества «Уральская Агроремаш». Затем президент посетил строящуюся на тот момент Назарбаев интеллектуальную школу физико-математического направления. Это седьмая по счету школа в Казахстане, но ее отличие от других подобных школ в том, что здесь построен интернат на 120 мест, где смогут проживать одаренные дети из дальних районов области. Школа рассчитана на 600 ученических мест. 3 июля. В ходе форума, посвященного Дню индустриализации, глава государства Нурсултан Назарбаев принял участие в общенациональном телемосте с регионами и подвел итоги деятельности правительства за первое полугодие 2012 года. Пятый общенациональный телемост, проводимый в рамках индустриального форума, показал развитие регионов и страны в целом. Наша область представила вниманию президента этап завершения первой фазы проекта «Аксайский индустриальный парк». Об Аксайском индустриальном парке доложил президенту генеральный директор предприятия Марко Кастанини. Он отметил, что индустриальный парк был создан иностранными и казахстанскими инвесторами с использованием европейских технологий. Курметай Эльбаса. Глубоко уважаемый Ельбаса, зарубежные инвесторы вместе с казахстанскими партнерами и при поддержке Министерства индустрии и новых технологий реализуют этот проект в рамках индустриальной стратегии. Это производство осуществляется с использованием высоких европейских технологий. Стоимость проекта 1,5 миллиарда тенге. Открыто 125 рабочих мест. Здесь производится электрическое и приборное оборудование для контроля нефтегазовых скважин. Высокотехнологическое сварочное оборудование, производство алюминиево-монтажных лесов. Таким образом, выполняется ваше поручение по увеличению казахстанского содержания. Спасибо за внимание. Здесь будут производиться электрическое и приборное оборудование для контроля нефтегазовых скважин. Применяться самая современная специализированная сварочная технология. Будут обучаться местные кадры. В его рамках было создано 125 новых рабочих мест. Аксайский индустриальный парк – далеко не единственный проект, реализуемый в Западно-Казахстанской области по программе форсированного индустриально-инновационного развития. В рамках карты индустриализации в 2010-2013 годах воплощается в жизнь 31 проект с созданием порядка 1500 рабочих мест. 30 августа. Несколько знаменательных событий произошло в Каратубинском районе в канун Дня Конституции. В селе Ушагаш распахнула двери новая школа. Здание образования рассчитано на 108 ученических мест и 25 дошколят при школьном мини-центре. Построен объект за счет инвестиций КПУ БИВИ. За 7 месяцев быстро и качественно возвела просторное и современное здание подрядная компания «Уральскстроинвест». После капитального ремонта в районном центре открылся еще один детский сад «Балдырган». 1 сентября 2012 года в селе Аксуа, также Акжайкского района, радостное событие. К новому учебному году здесь открылась новая школа, построенная при поддержке аким области Нурлана Ногаева и на средства КПУ БИВИ. Новая школа на 230 мест, носящая имя героя социалистического труда Султана Ошанова, отвечает всем современным стандартам. Первый день знаний школа-гимназия номер 42 Акниет города Уральска встретила новый учебный год в новом современном здании, построенном в пятом микрорайоне. С Днем знаний учителей, учеников и их родителей поздравил аким области. Новая школа, рассчитанная на 1200 учеников, имеет 3 этажа, 5 корпусов, 40 кабинетов, большой спортивный зал, столовую на 400 мест и актовый зал на 360 мест. Здесь будут работать 66 учителей. 20 сентября.
ТО «Кублей» из Уральска расширило ассортимент выпускаемой продукции до 62 наименований. За одну смену на предприятии производится до 40 тысяч банок консервов. Продукция ТО неоднократно занимала призовые места на национальных и международных конкурсах в сфере производства продовольственных товаров. 22 сентября. В Уральске состоялась двухдневная международная научная конференция «Средневековая городская культура и кочевая цивилизация бассейна реки Урал». Ученые, историки и археологи Казахстана, России, Нидерландов, Японии, Великобритании, Азербайджана, Украины и Узбекистана обсудили проблемы взаимодействия степи и города в средневековый период. Городская цивилизация на протяжении реки Урал существовала еще в конце 13-го, начале 14 века. Это научное обоснование ученых перевернуло все представление об истории края. Взору зрителей был представлен наглядный макет музея под открытым небом. Как выглядел город, располагавшийся на месте современного Уральска. Его инфраструктура и архитектура говорят о том, что город был очень развит и богат. А его один из мавзолеев считается самым крупным в системе золотоордынских городов. Об этом рассказали организаторы в ходе презентации макета городища Жаик. Долгое время считалось, что территория бассейна реки Урал – это исключительно район кочевого скотоводства. То, что это далеко не так, научно обосновали археологи. В 2001 году казахстанскими учеными было открыто средневековое городище Жаик, в 2006 – Сарыузен, в 2008 – городище Жалбактал. Они составляли целую сеть городов, являющихся важной частью Великого Шелкового пути. Это сподвигло на новые исследования нашего региона. Возникновение города Жаик, который назвали предтечью Яицкого городка, историки датируют концом 13 века. Городская культура берет свое начало у нас с 13-14 веков, а не, как ранее считалось, с 17 века. Ряд проблем будет поставлено на рассмотрение данной конференции, в том числе и вопрос о образовании, времени возникновения первого города на Урале, на месте современного Уральска. Так вот, по мнению большинства ученых, и это будет обсуждаться у нас на пленарных заседаниях, на секциях, по мнению большинства ученых, первый город на Урале возник не в 17 веке, как ранее считалось, а в конце 13 века, в период Золотой Орды. Свидетельствуют этому результаты, которые мы получили во время археологических раскопок, это многочисленный строительный материал, это мавзолей, это город, это те монеты, тот нумизматический материал, который датируется именно концом 13 и 14 веками до наших эры. Эту версию подтвердили археологи, прибывшие на конференцию. Бесспорно, он связан с периодом Золотой Ордой, и в докладе, представленном Мурадом Нурузгалиевичем, очень доказательно и обоснованно представлен широкий спектр как археологического, так и источниковедческого материала, иллюстрирующего начальные этапы формирования городской культуры на среднем течении Урала. И время возникновения, датируемое 13-м, начало 14 века, она действительно соответствует тому общему историческому фону и тем процессам, которые переживала Золотая Орда. Здесь есть городище Жалбактал, которое пока еще очень слабо исследовано и которое тоже нужно копать, но при нем уже много лет копается могильник Мокринский, и там есть ранние материалы, и там есть материалы, которые могут быть отнесены к 13 веку вполне уверенно. То есть на Урале в 13 веке городская жизнь была, без сомнения. 27 сентября. Впервые в нашей области уникальную операцию на открытом работающем сердце провела бригада хирургов областного кардиологического центра. Теперь такой способ аортокоронарного шунтирования доступен западноказахстанцам. Операцию провела бригада врачей под руководством кардиохирурга Жанайдара Кастуганова. Я могу отметить, что 12 марта 2012-го – прорывной день в медицине Западно-Казахстанской области. Впервые проведена операция аортокоронарного шунтирования. В этот день все медицинское сообщество радовалось, так как радуются своей победе спортсмены. Впоследствии ежегодно в 2012-м, 13-м, 14-м и 15-м году мы выполняли по 34-36 подобных высокотехнологичных операций в год и охватили практически все пожилое население области. С 2016-2017 года число операций значительно сократилось, и нами выполнялось по 5-6 операций в год. На данный момент развивается детская кардиохирургия, и многие врожденные заболевания выявляются с рождения.
12 октября. В областном казахском драматическом театре состоялся творческий вечер, посвященный 75-летию признанного мастера поэтического слова Кайрата Жумагалиева. Теплые слова поздравлений и добрых пожеланий прозвучали из уст народного писателя Казахстана, видного государственного и общественного деятеля Абиша Кекильбаева, других собратьев по перу, друзей и почитателей его таланта. Кайрат Жумагалиев – автор множества песен. Величайшим произведением поэта является проникновенная песня «Анашим», созданная вместе с композитором Маратом Умаром, которая была несколько раз признана лучшей казахской песней о матери. За свои выдающиеся произведения он был назван лауреатом журнала «Молодая гвардия» газеты «Казах Адебиетте». У мастера пера есть более 30 сборников произведений. Он перевел на казахский язык творения Пушкина, Есенина, Блока, Лермонтова, Маяковского, а также принимал активное участие в написании томов казахской советской энциклопедии. И этот творческий вечер стал лучшим подарком для жителей Приурали. Мое впечатление самое удивительное. Я просто восхищена творчеством этого удивительного человека, композитора, поэта. Удивительная музыкальность, поэтичность и удивительная свобода. Его, так сказать, творчество дает возможность нам вот почувствовать его как удивительного совершенно человека, воспринимающего красоту реальной действительности, красоту жизни. Творческий вечер продолжился концертом. Гости праздника – народный писатель Казахстана Абиш Кекильбаев, лауреаты государственных премий Анес Сарай, Улыкбет Ездаулет выступили в ходе вечера с поздравительной речью. Поэт Кайрат Жумагалиев умер в декабре 2013 года. Похоронен в Алматы рядом с могилой матери. 12 октября. На аллее нефтяников в областном центре состоялось торжественное открытие монумента «Благодарность казахскому народу» в честь 75-летия депортации корейцев из Дальнего Востока в Казахстан. В мероприятии принял участие аким области Нурлан Нугаев. Право открыть памятник было предоставлено известному казахскому писателю Абишу Кекильбаеву и депутату Мажилиса парламента Республики Казахстан, президенту Ассоциации корейцев Казахстана Роману Киму. 13 октября. В Жангалинском районе состоялось торжественное открытие мавзолея талантливого кёйши, композитора, ученика великого Курмангазы Мамена Муратолы. Талантливый кёйши Мамен Муратолы удивлял современников своим искусством. Теперь имя Мамена прославляют его ученики, одним из которых был Кали Жантлеуф. Благодаря Мамену достоянием современности стал музыкальный фонд Золотой Орды, который пополнился его замечательными произведениями. «Пусть имя Мамена живет вечно», сказал на открытии мавзолея народный писатель Казахстана Абиш Кекильбаев. 10 ноября. В Уральске состоялась презентация исторического романа «Таркезен» известного писателя, заслуженного деятеля Республики Казахстан Кажыгали Мухамбеткалиева, посвященного славному сыну казахского народа Сырыму Датулы. Эта книга – итог 20-летнего труда писателя, по крупицам собиравшего архивный материал, изучая исторические документы, сопоставляя различные источники и исследования ученых. Как отметил в ходе приема аким области Нурлан Нугаев, роман «Таркезен» несет в себе мощный заряд оптимизма и веры в крепость духа казахского народа. С гордо поднятой головой, преодолевшего все испытания, выпавшие на его долю, на тернистом пути к свободе и подлинной независимости. Своими мнениями о романе поделился специально прибывший на презентацию лауреат президентской премии талантливый журналист, драматург и издатель Мереке Кулькенов. В ходе беседы глава региона и гости говорили об уровне современной литературы, о роли литературы и искусства в поднятии национального духа, о поддержке писателей и творческой молодежи. 22 декабря. Ветерану войны и труда Бисену Жумагалиеву исполнилось 90 лет. За годы своей трудовой деятельности он внес весомый вклад в развитие нашего региона. В честь юбилея в областном казахском драматическом театре состоялся торжественный вечер чествования Дария Омар, посвященный 90-летию видного общественного деятеля, ветерана войны и труда, уважаемого в области человека Бисена Жумагалиева. На вечере в честь юбиляра очень много говорили о его жизненном трудовом пути. Родился Бисен Ага в Тайпакском районе Западно-Казахстанской области. В 1942 году добровольцем ушел на фронт. В тяжелые военные годы не только с оружием защищал свою родину, но и был фронтовым корреспондентом самой первой солдатской газеты, издававшейся на казахском языке. Стоит отметить, что Бисен Жумагалиев был в числе тех, кто стал инициатором национального печатного издания. После войны он полностью погрузился в мирную жизнь, был редактором газеты, первым секретарем Фурманского районного комитета партии.
Долгие годы работал в Западно-Казахстанской области и городе Кокшетау на такой ответственной должности, как секретарь обкома партии. Несмотря на свой солидный возраст, долгие годы вносил весомый вклад в социально-экономическое развитие Приуралья.